Так, ну, для... начинаем вебинар по теме «План и система работы в нашем проекте «Бизнес и красота». Так, ну вот смотрите, есть такая схемка, немножко тут съехали буквы, но в принципе понятно. Естественно, с чего мы начинаем, каждый с чего начинает, это с регистрации. Регистрируемся, далее активация в проекте, активация своего номера, делает регистрационную форму, делает блог. Человек далее выбирает метод рекрутирования, тот, который вам удобен. Находим новых партнеров, регистрируем их в команду, строим таким образом структуру свою. За вами все ваши действия повторяют ваши партнеры, и вы растете по лестнице успеха. То есть вот такая, в принципе, несложная схема, которую нужно пошагово делать, пошагово соблюдать. Ну, изначально первое, что нужно сделать, нужно и объяснить всем новичкам, это суть бизнеса, это основа, нужно объяснить, как мы работаем, что мы делаем, за что получаем деньги, как начисляются деньги. Вот это все, в принципе, дается в презентации. И презентацию бизнеса нужно знать всем, нужно смотреть всем, обязательно посетить несколько вебинаров, так посетить их, что так заучить, чтобы самому смочь рассказывать вебинар этот. То есть самому рассказать новичку или кандидату суть бизнеса. Обязательно вникнуть во все мелочи и задавать вопросы вышестоящим спонсорам. И это первое, что нужно делать. Это первое, что нужно объяснить своим новичкам, своим кандидатам суть бизнеса. Это первое, что должен знать каждый. Дальше второе, это уже начались действия. Что мы делаем? Это примерно первые 3 недели, уровень от 0 до 3%. Да, обычно, я думаю, активные, кто работают хорошо, уже в первый-второй каталог выходят на уровень 3%. То есть делаем личный товарооборот, любой, в принципе, можно. Желательно всем новичкам говорить о акциях, о бесплатном регистрации, то есть в течение 3 дней сделать заказ на 800 рублей. Это, за счет этого активируется аккаунт. То есть за это время делаем, в принципе, личный товарооборот, любой. Посещаем вебинары, смотрим записи вебинары, посещаем планерки, обязательно на планерочки тоже ходить. Читаем, задаем вопросы в скайп-чат. Скайп-чат просматриваете постоянно, там очень много нужной информации, очень много ссылок мы скидываем, различных мотивационных вещей, которые можно себе сохранять, в отдельные файлы себе сохраняете, если что-то понравилось, все это в чате, можно найти эту информацию. Ну, естественно, вот оттуда мы получаем. Основную информацию мы получаем из чатов. Что-то еще высылаем на почту каждому. Если кому-то с моей команды не приходят письма о вебинарах, о каких-то акциях, тогда скиньте мне в чат свою почту, я добавлю вас в рассылку. Следующее, что мы делаем на начальном этапе, обязательно мы должны быть постоянно на связи с своим спонсором, менеджером и директором. То есть все у вас должны быть в личных контактах, постоянно, если какие-то вопросы, нужно связываться, спрашивать, задавать вопросы, мы всегда только рады помочь. И в это время учимся рекрутировать. Почему я говорю учимся? Некоторые поначалу начинают расстраиваться, не получается, не идут люди, не отвечают. Вы только учитесь. Когда вы научитесь, вы сразу поймете, что у вас пошел поток людей. На первом этапе мы учимся рекрутировать. Вы это запомните и не пугайтесь, когда поначалу что-то не получается. И то же самое рассказывайте своим новичкам обязательно. Следующий этап, это уже ну, в районе, кто-то кого-то один, у кого-то 3 месяца, у кого-то чуть больше может, это уровни от 3 до 9%. Примерно мы в этом ритме идем с нашей командой. Здесь уже мы учимся делать личный товарооборот 100-150 баллов. Учимся делать для того, чтобы получать зарплату. Все, я думаю, знают, что это одно из условий начисления дохода с вашего процента с товарооборота группы, чтобы личный товарооборот был 150 баллов.
Обязательно также продолжаем посещать вебинары и смотрим записи. Продолжаем следить за скайп-чатом. Всегда на связи с менеджером и директором. Рекрутируем. Тут уже активный рекрутинг идет. Активный ежедневный рекрутинг, какие-то новые способы рекрутирования, онлайн рекрутирование, офлайн рекрутил, то есть это холодные, теплые контакты. Обязательно рекрутируем. На этом этапе самый активный рекрутинг должен быть. Набирается у вас уже своя команда, с сопровождением команды занимаемся, то есть подсказываем какие-то моменты. Также уже вы уже должны здесь уметь активно рекрутировать, поэтому новичкам помогайте изучить рекрутирование. Подключаемся уже к планеркам, к каким-то вебинарам уже, которые мы ведем по личному товарообороту. У нас уже девочки подключались к вебинарам. К планеркам уже можно подключаться, я думаю, с 9% всем уже своя команда набирается, которой тоже есть что сказать на планерке. И потихонечку уже начинаем копить зарплату, потому что смысла нет, конечно, на этом уровне открывать расчетный счет индивидуального предпринимательства. Поэтому копим зарплату или тратим ее на заказ. Да? Следующий этап уже идет от 9 до 22%. То это где-то примерно до года, да, это занимает этот процесс. Также делаем личный товарооборот 150 баллов. Здесь уже на этом этапе делать его легче всего, потому что у вас уже есть деньги на то, чтобы делать заказы на вашем счету. У вас уже есть различные скидки, продукты лояльности. То есть личный товарооборот на этом уровне уже делается как элементарно. То есть уже, я думаю, все должны уметь на этом уровне делать личный товарооборот 150 баллов. Посещаем вебинары, смотрим записи, уже проводим вебинары и планерки. Уже у вас будут свои команды, которым вы уже сами должны проводить внутренние планерки. Одна это будет, соответственно, общекомандная планерка, а дальше уже вы свои планерочки тоже будете проводить с вашей небольшой группы. Следим за скайп-чатом основным. И переносим информацию в свой чат. То есть вы уже должны создать свой чат, в котором вы будете переносить информацию. Так, значит, уже на этом этапе у вас должна быть своя команда, и вы делаете уже свой чат для своей команды. Информацию скидывается в основной чат, вы ее копируете, если какие-то объявления, и переносите уже в свои чаты для своей команды. Там, например, там чат Елизаветы Корьковой, там чат менеджера Ольги Корякиной. То есть вот, переносите уже свои данные туда, сами общаетесь, и с директорского чата вы тоже будете переносить какую-то информацию в свой. Опять-таки, вы должны быть постоянно на связи с директором. Продолжаем активно рекрутировать. Но здесь уже времени половина будет уходить на сопровождение вашей команды. Знакомиться со всеми новичками по группе, потому что ваши консультанты уже будут приводить сами новичков, и вы должны уже тоже с ними знакомиться, как вышестоящий спонсор, и дальше их сопровождать. Вы уже делаете информационную рассылку по своей команде, следите за новыми уровнями в своей команде, поздравляете их, и обязательно также прозванивать. Ну, каждого человека вы должны найти, какую-то информацию донести до них. Вы уже сами будете организовывать планерки внутри команды, ну, посещать мероприятия компании, я думаю, уже получать зарплату, открываете ИП на этом уровне и выращиваете менеджеров. То есть следующий, я думаю, этап мы не будем рассказывать, остановимся до 22%. Кто-нибудь вырастет до 22%, проведем вебинар по следующему этапу, что делаем. Так, ну, на этом этапе все понятно, то есть что должны делать. Каждый себя нашел, на каком уровне и что каждый кто делает. Поставьте плюсики, если на этом этапе все понятно. Угу. Марин, понятно, да? Да, и когда у нас будет много 22%, мы сразу проведем новый вебинар на эту тему. Так, ну и для начала, с чего мы начинаем? Для начала работы вы
обязательно должны не только сами завести скайп, всем консультантам своим, всем кандидатам говорите, что нужно завести скайп, потому что в скайпе у нас основная работа, основное общение, скайп-собеседование проводится, онлайн-работа, обязательно скайп. Запись идет, да. Вот, обязательно проводится скайп-собеседование. Также в скайпе у нас наш чат, в котором вся информация и различные другие чаты, то есть не только информационные, какие-то для общения, для по продукции. Вот, и вся эта информация на скайпе, поэтому все, каждый должен иметь, и всем новичкам своим должны сказать, где, как установить чат и что он обязательно нужен. В скайпе у вас должна быть нормальная фотография, там ни цветочек, там ни бабочка, поставить свою фотографию, поставить обязательно имя, отчество, не имя, отчество, имя, фамилию, не котенок, зайчик, там, потому что не очень серьезно, когда к вам стучаться на собеседование, да, а вас зовут котенок, а вместо фотографии у вас там, да, там какая-нибудь пальма. Поэтому поставьте свою нормальную фотографию, поставьте имя, фамилию. К тому же это довольно удобно, когда вы в чате под своим имя, фамилией, а не под каким-то там псевдонимом, под ником, нам проще видеть, кто это. Потому что потом, я думаю, мы просто будем этих неизвестных удалять из чата, когда он переполнится, а когда мы увидим, что это вы, что это ваше имя, фамилия, конечно, вас никто не удалит. Как только человек заполнил вам регистрационную форму, регистрируйте... Сейчас, минуточку, прошу прощения. Так, как только вам заполнили регистрационную форму, регистрируйте человека в вашу структуру одного под другого. Как мы в онлайн на маркетинг-плане учимся все делать. Я думаю, все знают, одну ветку строит спонсор, другую ветку строите вы. Приглашайте обязательно новичков на вебинар. Позже, после спрашивайте, там, есть ли какие-то вопросы. Даете обучающий сайт, раздел для новичков, даете пароль и помогаете пройти 5 шагов. Далее добавляете в чате, помогаем, даем ссылки на видео по рекрутингу, советуем, как, где лучше рекрутировать, где больше нравится человеку, и приглашаем также на вебинары по рекрутированию. То есть вот это вот для начала мы делаем. Следующее. Готовим для себя рабочую систему, рабочие файлы. То есть вот здесь вот посмотрите, внизу есть в вебинарной комнате такой квадратик. Справа внизу прям квадратик, на нем три точки соединенные. Нашли? Поставьте плюсики, кто нашел. Нажмите на них. Там есть файлы. Вот смотрите, скачайте сейчас файл, скачать там стрелочка такая, нажать стрелочку. Скачайте файл себе бизнес-система. Вот в ней все, вот то, что я до этого рассказывала, оно именно рассказано. Вот эти рабочие файлы себе сохраняйте. Дальше смотрите, сделайте себе, вот здесь я скинула файл «Мои контакты», тоже скачайте его себе. Мои контакты. Естественно, меняйте на свои контакты. Пусть у вас... у меня прямо этот файл лежит на рабочем столе. Чтобы когда скинуть новичкам контакты, когда я выкладываю видео, там сразу у меня есть файл. Не файл, а когда откроете, увидите в файле внутри написано, если заинтересовал наш бизнес, вот ссылка на регистрационную форму, ссылка на мои контакты. Сразу, чтобы скидывать в описание к видео на YouTube. И дальше еще у меня есть там строчка, через запятую написаны слова, это хэштеги, которые я тоже пишу под видео на канале YouTube. Это файл «Мои контакты». Фотокоманды. Фотокоманды я тоже вам здесь оставила, и вы его себе скопируете. Если вдруг нужны какие-то фотографии для раскрутки страниц личного бренда, там Катины фотографии, мои фотографии, вместе с командой кто-то себя найдет, кто-то пока еще себя не нашел, но ничего, потом мы все вместе будем фотографироваться. Дальше, памятка. Обязательно скачайте памятку. В памятке подробно тоже напоминание по шагам, что делать.
Плюс в памятке есть видео по рекрутированию, то есть ссылки на видео в канале YouTube по рекрутированию. И конкретно отмечены. Это на ВКонтакт, это на доске, все там отмечено. Плюс вот эту памятку вы себе добавляете. То есть каждый день выходят новые какие-то видео по рекрутированию. Понравилось вам видео, вы его себе добавили в этот файл, чтобы потом давать своим новичкам. Это обязательно. Чтобы они у вас не были разбросаны по чатам, чтобы потом искать их. Пусть у вас будет все в одном месте. Захотели вы порекрутировать в новом месте? Пожалуйста, откройте этот файл, поищите, что вам нужно, и рекрутируйте. Плюс туда же можно копировать. Мы постоянно в чат скидываем какие-то новые ссылки на какие-то новые. У меня и на Google диске эти файлы, и продублированные еще есть отдельно в папке. То есть у меня продублированные в двух местах. На Google диске я тоже эти файлы все сохраняю. И там у меня все сохранено, а мои контакты, они прямо на рабочем столе. У меня вот этот файл с моей контакт на рабочем столе. Также смотрите внимательно, скачайте файл расписания. Это новое расписание. Может быть, оно будет дорабатываться немножечко, но, в принципе, скорее всего, основная масса вебинаров именно будет проходить по этому расписанию. Тоже пусть оно у вас будет, сами выучите, сами планируете приходить в это время и своих новичков звать обязательно. Так, вот до расписания скачали, могу дальше продолжать. Поставьте плюсики, кто скачал, и могу ли я продолжать дальше. До расписания. Планы пока не надо. И фотки скачались, да, тоже уже? Потому что фото там самое большое, остальные коротенькие. Так, дальше. Подготовили себе вот эти основные файлы, начали планировать. А планировать не только. Ну, пусть фотки качаются потихонечку, мы потихонечку про планирование будем рассказывать. То есть смотрите, когда вы начинаете работать, особенно онлайн, и кто сидит дома, например, не работает, очень тяжело начать. Очень тяжело начать, выйти вот из зоны своего комфорта, как говорится, своих рутинных постоянных дел и включить вот эти дела в обязательные каждый день. Я, например, планирую себе день, прям записываю на листке вместе с домашними делами. Это скачивать можно будет, пока я не удалю их оттуда. Они в памяти остаются, Катюш, эти файлы. То есть, в принципе, если кто-то запись посмотрит, может зайти и скачать эти файлы. Сейчас по ходу вебинара я еще другие буду добавлять. Так, я прям по плану я записываю себе, что я должна сделать вместе с домашними делами. Тогда, поверьте мне, времени становится гораздо больше. И вы больше всего успеваете. Раньше мне казалось, что я ничего не успеваю, как только я начала себе составлять вот такой план, вплоть до того, что выучить ребенком уроки, сходить в магазин, да, разослать объявления, провести 10 собеседований. Все у меня вот это включено на листочке. И я вычеркиваю, как, знаете, очень, очень радостно, когда вот вычеркивают, раз все вычеркнулись, пункты, а у вас, оказывается, еще времени полно осталось. Очень помогает. Попробуйте. Потом в чате напишите, кому это действительно помогло. Я думаю, 100% всем это должно помочь. Причем, да, как бы, когда раньше я работала без плана, мне казалось, что я ничего не успеваю. Были такие всякие угрызения совести. Но вот я ничего не успела, в квартире грязно. Вот объявление никто не это не откликается. Сейчас уже, конечно, с планом работать гораздо-гораздо удобнее. Я успеваю гораздо больше. И я понимаю, что у меня день прошел плодотворно, когда я смотрю, сколько у меня зачеркнуто пунктов, сколько я всего сделала. Да, Катя меня поймет, потому что с двумя детьми довольно-таки тяжело настроиться. Вот, и поэтому вот это планирование, оно очень помогает. Смотрите, как строить систему планирования себе. Вот изначально сядьте и прям сделайте себе планы долгосрочные, среднесрочные и текущие. Долгосрочные это на несколько лет вперед. То есть я вот, например, хочу через 3 года, чтобы у меня была
новая квартира, да, но своя новая машина, там, ну, кто что хочет. Вот на несколько лет хочу быть там бриллиантовым директором, хочу быть через 3 года, через 4 года, сами себе распишите, хочу доход 200 тысяч рублей. Вот это все себе распишите. Дальше смотрите среднесрочно, на год вперед. На год вперед, прям по каталогам распишите себе, какой вы уровень хотите на каждый каталог. Последующий, последующий, последующий. Что в планах, что фактически. Дальше, текущие цели. Это, например, именно план на каталог. План на каталог, что вы делаете именно сейчас. И заполняйте вот эти файлы. Вот смотрите, у меня есть 2 файла. Уже я сделала их. Просто себе можете скачать. Также вот тут план на год в том 2 файлики и план на каталог. План на год, то есть по каталожно пишите сегодня вот какой каталог у нас. Прям с сегодняшнего каталога себе распишите там. Сегодня каталог 11. Личные баллы, сколько личные, сколько фактически, сколько групповых планируете сделать в этот каталог. У нас еще даже первая неделя не закончилась, поэтому можно запланировать 11-11 каталога. Сколько фактически, сколько прирост был по группе, да, посмотрите, сколько было за тот, сколько было за этот. Какой вы ожидаете процентный уровень, сколько потом реальный. Вот, и все это себе запишите, и потом... Здесь, конечно, уровень ожидаемый своего уровня. Посмотрите, кто был там на 6, на 9%, пишите больше уровень. И потом смотрите, что у вас получается, что не получается. Если не получается, ничего страшного. Если у вас будет план, это уже вы будете к этому стремиться. Вот такой, например, план на год. И вот такого образа план на каталог. То есть, что делаете ежедневно. Вот сегодня число там, сколько разместил объявлений, количество. Количество предложений, сколько резюме прошло, сколько работали в соцсетях, сколько откликов собрали, сколько регистрации, посетили ли вебинар. Вот эти все вещи обязательно, обязательно заносите. Так, вы видите, да, там они закачаны. Скачали себе план на год и план на каталог. Поставьте плюсики, если скачали, и мы пойдем дальше по планированию на рекрутирование. Поехали дальше. Так, план по рекрутингу. Смотрите. Для начала, прежде чем начать рекрутировать, выберите себе, где вы хотите рекрутировать изначально. То есть хотите в соцсетях, садитесь в соцсети. Выберите соцсеть, в которую вы хотите. Не пытайтесь сразу везде с верхушек снять. В каждый метод рекрутирования вникните. Вам для этого, по начале вебинара уже говорила, что около месяца на то, чтобы во всем разобраться. Вот начните копать в каждом месте. Вот здесь раскопали, посмотрели, как у вас идет рекрутинг. Понравилось? Остаемся. Следующий метод спробуйте, чтобы рекрутинг был с разных источников. Так вот, вы начали, когда выбрали себе метод рекрутирования, посмотрите несколько тем по этому методу. Вникните в него основательно. Не надо самостоятельно что-то делать, чтобы не тратить время зря, не разочаровываться, что там тут заблокировали, здесь заблокировали. Посмотрите, как работают люди, что они делают. Посмотрите инструкции, темы и вебинаров именно на конкретный метод рекрутинга. Рекрутировать нужно ежедневно. Не рекрутировать в одном месте. Все время выберите себе несколько источников. Поток людей должен быть с нескольких источников. Вот я сейчас рекрутирую на досках объявлений по резюме ВКонтакте и Инстаграме. То есть я выбрала себе вот эти методы, и в этих местах я рекрутирую. В Инстаграме меньше всего, потому что не хватает времени, а активнее всего ВКонтакте и на досках объявлений. То есть, в принципе, вот эти вот методы я себе выбрала, и мне в них комфортнее всего. Какой метод подходит вам, выбирайте сами. Работа должна приносить удовольствие. Плюс к тому же, если вы приучите себя, вот если вы привычку выработаете
каждый день делать одно и то же. Вы уже без этого не сможете. Я уже иногда думаю, как, чем же я до этого занималась. Дальше, смотрите. Также продолжаем. Для рекрутирования создаем себе отдельную папку, где вы собираете файлы, списки досок, шаблоны сообщений, статусы, скайп-собеседования, справка о доходах вышестоящих спонсоров, письма для рассылки, фото команды уже скопировали. Так, вот сейчас, секундочку, я буду потихонечку закачивать файлы. Так, вот справочка. Так, вот смотрите, файл загрузился, много-много буквок. Это справка. Дальше. Скачивайте потихонечку, я буду загружать, скачивайте, я буду... Твоя, моей пока нет. Будет моя, буду скидывать мою. Так, доски объявлений. Вот в этом файле список досок объявлений. Там где-то около 400 досок объявлений. Но поверьте мне, это не предел, это досок гораздо больше. Смотрите в своем городе, какие наиболее активные доски объявлений. И их выбирайте, и на них размещайте объявления. Дальше. Скайп-собеседование. Скайп-собеседование тоже шаблон. Скачивайте шаблон скайп-собеседования. Я стараюсь людей, когда работаю особенно по резюме, приглашать на скайп-собеседование. Иногда я провожу голосом, иногда я, когда у меня несколько сразу... Когда активно работаешь по резюме, люди активно пишут. Ну, я много обрабатываю резюме в день, когда по резюме работаю. Люди активно пишут, и несколько, бывает, собеседований ведет одновременно, поэтому стараюсь, когда одновременно, работать по переписке. Но собеседование голосом на самом деле дает лучший результат, особенно если вы с видео, не с фотографии, а с видео работаете, тогда регистрации, конечно, больше, люди вам больше доверяют. Поэтому я и говорю посещать побольше вебинары, чтобы суть бизнеса у вас отлетала от зубов, и вы могли ее рассказать на собеседовании. Вот это скайп-собеседование тоже выучить, знать его от и до. Тогда у вас вы сможете проводить собеседование голосом именно. Так, дальше смотрите. Вот такой вот файлик. Называется «Важно, одеваем бронежилет». И это для... я думаю, все уже столкнулись со всяким хамством, всякими дураками в интернете, их огромное количество. Так, вот несколько скопируется статусы. Так, и вот еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 6 штучек сейчас еще загрузится. Тоже себе вот это все скопируйте себе в папку о рекрутинге. Дальше идет ответы на вопросы кандидатов, статусы, фишки в работе, шаблоны объявлений, шаблоны ответов, шаблоны первых сообщений. Пусть это у вас все будет в папке о рекрутировании. Зачем? Затем, чтобы вы в любой момент, когда у вас человек задает вопрос, вы открыли, посмотрели, что где ответить. Для этого эти файлы все нужно прочитать. Все эти ответы нужно знать, чтобы, ну, даже если вы хотите там просто скопировать его, а не ответить, да, там, своими словами, чтобы вы знали хотя бы, где его найти, чтобы вы эти ответы все сами знали. А то мне некоторые девчонки пишут, мне пишут вот это. Я говорю, ну, я же скинула все шаблоны, возьми оттуда ответ. Я не могу найти. Прочитайте их все, чтобы вы могли найти, где какой ответ. То есть уж тут и так прям все предоставляешь во всех ответах.
Поэтому, я думаю, несложно прочитать, изучить, чтобы найти ответ на любой вопрос ваших кандидатов. Если уж такого вопроса там нет, конечно же, мы обязательно поможем, подскажем, можем провести совместное скайп-собеседование. Назначайте время, без проблем это можно сделать. Мы уже так проводили, и иногда работаю я с новичками уже своих консультантов именно совместными звонками, такими скайп-созвонами. Поэтому не бойтесь, если у вас какие-то вопросы, вы звоните, пишите, мы поможем. Так, ну и как бы справочку тоже скопировали, ей тоже можно рекрутировать. Скайп-собеседование знать почти наизусть. Может быть, что-то добавить вы хотите, конечно, без проблем. Вот. Это, ну, скопировались файлы? Поставьте плюсики, если скопировали, мы пойдем дальше. Так, идем дальше. Так, план на день. То есть примерный здесь план на день. То есть нужно разместить не менее 100 вакансий. Не только на досках, в том числе и ВКонтакте. Там есть доски объявлений о работе. То есть обязательно 100 вакансий разместите. Прям себе галочки ставьте куда-нибудь там. 10, 20, 30, 40. Я, например, по десяткам. 10 объявлений, галочку, 10 галочку. Обработайте где-то около 100 резюме. Тоже 100 вакансий в день, 100 резюме в день. На это количество обязательно соберете около 50 откликов, я думаю. Если не соберете, значит, размещайте больше вакансий. Потому что сейчас на... Сейчас, минуточку. Так, ну, сейчас... Работает Авито не так хорошо, поэтому откликов может быть меньше, значит, нужно вакансии размещать больше. Тогда же собирать не меньше 50 откликов. Провести 10 скайп-собеседований, ну и обязательно 2-3 регистрации из них будет. То есть вот такой минимальный план на день. Дальше вы увидите, что ваши отклики становятся более качественными, их становится больше, когда вы эффективно научитесь рекрутировать. И смотрите, план составили, что сделали, что не сделали, пишите отчет вот в этом файле, который я вам скинула. И также ежедневный отчет в скайп-чате. Я иногда скидываю, меня никто не поддерживает, Катюха, по-моему, только поддерживает. Вот. Обязательно скидывайте также свой отчет в скайп-чате. Что сделали, что не сделали, неважно. Главное то, что вы... пусть вы там мало сделали, но мы видим, что вы что-то делаете, чем вообще ничего не скидываете, да, им кажется, неужели никто не работает. Поэтому давайте такую традицию себе заведем, чтобы ежедневно скидывать скайп, в скайп-чат отчет. Вот кто хочет, тот скидывает. Сразу видно будет, кто работает. Вот, кто что делал. Или, например, даже почему там, да, маленькая эффективность. Будем разбираться, почему не отвечают, будем созваниваться, почему нет. Почему нет откликов, да, или еще почему-то. Значит, что-то не так делается. Значит, когда, например, вы уже 2 месяца проработали, а откликов нету, да, тогда что-то, значит, вы делаете не так, потому что такого не может быть, отклики должны быть. Так, дальше. По резюме работы на Авито, на JobLab и, в принципе, открываете любую доску объявления, где есть резюме, и по резюме ходите. Смотрите только, смотрите резюме, чтобы были свежие. То есть резюме, кто оставлял месяц назад, смысла нет на них чего-то там отправлять. Потому что люди уже давно там забыли, закрыли, ушли, нашли работу. А вот те, которые отправили сегодня, вчера, они только-только это сделали, они сидят у компьютера и ждут, что им кто-то ответит. Поэтому обязательно смотрите свежие резюме. Не только на Авито, не только на JobLab, на любой доске объявлений о работе. Размещать объявления 20-40 штук в день на досках объявлений, именно таких вот основных досках. JobLab 5 штук, Авито я даже отсюда пока убрала. Оно скоро будет вообще платным, смысла пока нет там работать. Вот, на профессионалы хорошо.
отклики идут, работа в городе хорошо, отклики идут. Файл с досками все скачали, я скидывала. Файл с досками объявлений. То есть огромный файл. Смотрите, подавайте там объявления. Конечно, на них надо больше подавать, чем на Авито, например, но подавать там легче. А вот, кстати, такой нюанс. Вот чем сложнее подать объявление на доске объявлений, тем больше с нее будет откликов. Чем проще, там даже регистрации не надо, тем меньше будет оттуда откликов. Там, я не знаю, надо штук 50, наверное, подать с одной доски, чтобы вам один человек ответил. Поэтому старайтесь подавать объявления там, где сложнее их подать. Это вот уже проверенная стопроцентная информация, что если чем проще подавать, тем потом меньше будет результат. Я даже скачивала программку себе для подачи объявлений бесплатные, по бесплатным доскам. У меня в день подавалось по 500 объявлений по бесплатным доскам, по 500 штук. Естественно, подавалось на доски, на которые не нужна даже регистрация. Вот у меня с 500 объявлений в день было, ну хорошо, если один отклик. То есть, поэтому вручную сидеть вот это делать, тем более смысла нет. Поэтому старайтесь подавать объявления на тех досках, на которых тяжелее всего зарегистрироваться. Вот одни из этих вот здесь я написала. И смотрите еще остальные именно по работе, где тяжелее зарегистрироваться. По соцсетям, в Одноклассниках. В Одноклассниках очень тяжело рекрутировать, поэтому в Одноклассниках там в основном развиваете личный бренд. На своей личной странице, по одному интересному статусу в день, какие-то фотки, вступайте в группу по интересам, я вам выслала командные какие-то фотки, сами фотографируетесь, высылайте какие-нибудь интересные файлы. Вот, например, сейчас, да, вот идет ролик от Oriflame, скажи спасибо, я думаю, все видели. Вот им можно активно рекрутировать, он очень привлекает внимание, его можно вставить себе в ленту. Очень интересный, красивый ролик. Можно самому сфотографировать, сделать такой флешмоб с табличкой «Спасибо кому?», да, маме, папе. Все видели ролик, да? Поставьте плюсики, кто видел ролик про «Спасибо, Арифлейм». Вот, надо, я думаю, с Лизой мы встретимся в офисе, сделаем табличку и сфотографируемся. Вот, сфотографируемся и сделаем такой сами флешмоб. Каждый, кто хочет, скажет себе спасибо до завтра. И разместим в интернете, будем друг друга отмечать на этих фотографиях. Это очень хорошо, там такие вот вещи обязательно нужно ставить себе, потому что за это не заблокируют. Это вы именно развиваете личный бренд. Это интересная штука, и вы привлекаете внимание к Oriflame и смотрят, чем ты там интересным занимаешься. У вас не только там продажи. Вот, видишь, Катя, у нас с тобой мысли сходятся. У тебя это на завтра, оказывается, запланировано было. Вот. А не только продажами, да, занимаемся, у нас тут много интересных всяких вещей. Вот. Потом в Одноклассниках что еще можно? Отправлять бесплатные подарки. По 10-15 штук, если они есть. А также можно в этом сообщении к подарку отправить какое-то бизнес-предложение. За это тоже не заблокируют. И просто заходить в гости к незнакомым людям, 30-40 человек в день, просто на секунду, чтобы они увидели вашу страницу, чтобы они у вас увидели, что вы к ним зашли. Просто создавайте активность. В принципе, в Одноклассниках я вот больше не вижу смысла что-то еще делать, потому что за все остальное меня блокировали. Так. Нажмите плюсики, кто меня слышит, у меня тут какую-то ошибку выдал. Плюсики поставьте, если меня слышите. Звук есть, звука нет. ВКонтакте. Смотрите. ВКонтакте я работаю больше всего по доскам объявлений. То есть ВКонтакте есть тоже свои доски объявлений, по которым можно работать. И здесь добавляйте друзей побольше, размещаете информацию интересную также о работе, то есть так же, как вот я говорила на Одноклассниках, какие-то интересные фотографии, факты. Да хоть ссылки на каталоги, все что угодно можно размещать, какую-то интересную информацию.
про себя, про встречи. Вот такие вот вещи размещайте. И подавайте объявления вот, визитками или просто сообщениями на досках объявлений. Когда вы заходите на доски объявлений, смотрите, чтобы они были не огромные, а там по 2000 человек, по 3000 человек. Если вы размещаете свои визитки на доске, где там 90 тысяч человек, ваше объявление уйдет быстро, его никто не заметит. Поэтому старайтесь не очень крупно идти, и меньше шансов, что вашу страничку заморозят, заблокируют за подачу там каких, может быть, им покажется некорректным ваше объявление. И смотрите, заходите на странички, где ищут работу, и людям просто отправляйте сообщение о работе тем, кто ищет работу. Вот так, в принципе, кратенько, как сработать ВКонтакте. Конечно, нужно посмотреть обязательно несколько вебинаров, как работать ВКонтакте, все фишки работы ВКонтакте в этих вебинарах узнать и уже самому потихоньку работать. Тогда будет хороший результат. И вот еще раз обязательно самообразование, то есть то, что я уже сказала, посещайте вебинары и просмотр минимум одного видео по рекрутингу в день. То есть я вот ежедневно смотрю какое-нибудь видео, смотрю, что появилось новое, я изучаю, как можно еще рекрутировать в интернете. Обязательно. Чтобы вам рассказать новые способы, чтобы самой знать, как интереснее и где рекрутировать. Потому что интернет – это такое место, где постоянно все меняется. Поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе и смотреть какие-то новые фишки. Это обязательно. Вот. Ну и, конечно, еще раз, работайте по системе. Файлы я вам все дала, по которым работать. Приучите себя, сделайте себе привычку, спланируйте свое время, получайте удовольствие от работы. У меня бывают моменты, когда мне не хочется работать. То есть, ну, не надо себя заставлять. У меня бывает такое, что не могу, не хочу, надоели эти или блокировки, или еще что-нибудь. Я делаю основную работу по рассылкам, там еще что-то минимум. Просто выключаю компьютер. На следующий день, просто когда я набираю сил, на следующий день я делаю в 5-6 раз больше, чем обычно. Не нужно там загонять себя и каждый день через «не могу» это все делать. Вас никто ничего не заставляет, вы сами себе предоставлены. Планируйте себе свой день, делайте так, как вам удобно. Делайте так, чтобы вам было лучше, а мы поможем более хорошо и, там, исполнить свою работу. Вот. Ну, в принципе, у меня все. У кого есть какие вопросы, файлы все скачали, поставьте плюсики, если все понятно, или задавайте вопросы, если что-то непонятно.